не смог увидеть Маратхан. Не успел увидеть. Его молитвы все о чем? Поздно родился. В этой молитве все ачарьи перечислены. Зачем мы здесь? В этой сансаре. Мы находимся здесь. Ради чего? Если мы родились человеком, но не совершаем человеческую деятельность, какой тогда смысл? Если я не совершаю баджан, что это человек? Человеческое тело для баджана годится. Не для наслаждения. Человеческое рождение. Но не совершаешь, если баджан хари. Что это за человек? Если баджан не делаешь, почему не воспеваешь харинам? Что, что в этом сложного? Что ты за человек?
ты животное. Дармахина, пошупишамана. Если ты, у тебя нет дхармы. Пурана бхагатит бхоту. Пураны говорят, ты животное. Дарма, дарма най, бадан най. Нет баджан, нет дармы. Манушу акар, ойле кихой. Манушу ракар. Человеческое тело. Манушна. Но это не люди. Можа бочи. Оре мор. Манушной. Ум. Дякте манушер мату. Мы с тобой выглядим как человек, но мы не человек. Мы не выполняем обязанности человека. Мы с тобой как призраки. Мы не люди с тобой, призраки. Харишка рождение, что повторять Харинам. Ты что делаешь? Даже птицы воспевают Харинам, а человек не воспевает. Как так? Тебе придется идти в ад. Когда я был в лоне матери, я молился, защити, я как в аду здесь, в животе, и этот эмбрион молится, я буду совершать баджан, но совершаешь ли ты баджан? Эй, человек. Люди спят, его пытаются разбудить. Вставай, вставай. Он встает, но снова ложится спать, не встает. Так гуру Вайшнава пытается нас разбудить. Поднимись, поднимись. Поклоняйся Гаурангу. Повторяй, поклоняйся Гауранге. Она не хочет. Помни, ты находишься у обрыва, который в ад тебя отправит. Помни, сколько страданий уже у тебя было. Забыл ты свои страдания, не молишься Кришне. Повторяй, если у тебя можешь говорить, повторяй Хари Кришна Махамантру. Нет одного спасения, иначе ты попадешь в ад. Человеческое рождение получил, но ради Кришны не действует. Много сукрити было и удалось родиться в хорошей семье в Индии. Но нельзя упускать этот шанс. Святое имя поклонение Гаурнита – это главная дарма.
такое рождение можно снова не получить. Если не будешь поклоняться Кришне, много жизней пройдет, спасение не жди. Это у Падишамрита. Третий стих. Третий он начинается. Сахани Шадарьят. Какие качества необходимо принять. Потом качество вайшнава в четвертом стихе, в пятом стихе описывается отношение с вайшнавом. Кто-то повторяет Кришна нам, кто у кого тилака, нужно предлагать ему поклон. А кто получил дикшу? С большим почтением относись к нему. А те, кто искусен в баджане, служи. А те, кто никого не критикует, посвяти им жизнь. Это саду-санга прославляется в этом стихе. Тот, кто не допускает критики, такому посвяти свою жизнь. Кто никого не осуждает. Как вага Ганги всегда чистая, так и вайшнав. Если мы видим недостатки вайшнава, какие-то его изъяны, в Ганге много мусора плывет. С городов сбрасывают канализацию в Гангу. Но Ганга все равно остается Гангой. Слава Ганге. Так и вайшнав. Не смотрите на его недостатки. Его встречи с ним очищают. Омовение на Ганге очищает. Но вайшнав одним своим видом очищает. Как силен вайшнав. Он как драгоценный камень Чинтамани. Он превращает железо в золото. И вайшнав, как он действует? Нет, вайшнав не превращает золото. Он делает железо, превращает чинтамани. Чинтамани становится другой предмет, становится тоже чинтамани. И этим предметом вы прикоснетесь к чему-то, тоже превратится чинтамани. Таков вайшнав. Он всех превращает в вайшнав. Нельзя оскорблять вайшнава. Никогда. Кришна нам
Следующий стих. Правда. Если нет вкуса, нужно все равно принимать лекарство. Даже если оно кажется горьким, оно сладостное. Имя Кришны и Харикатха, если не нравится, от Харинама спишь. Что тогда надо делать? С верой. Продолжает принимать это лекарство. Даже если нет вкуса. Несмотря на это, принимает лекарство днем и ночью. Продолжай воспевать. Начнет прорастать росток премы. И ты поймешь, что такое садана и садья. Как семечки заложено растение. В семечке манго заложено дерево, листья, плоды. Мы это не видим. Но если в землю посадите, польете, потом прорастет росток. И в конце концов станет большое дерево, манго. Будет много спелых плодов. Подобным образом как в Харинаме Кришна есть. Хотя это не видно, нужно продолжать воспевать святое имя, и тогда это имя раскроется нам. Вы поймете, что такое садана, садья. Как в молоке есть ги, вы не поймаете ги рукой из молока. Нужно из молока сделать йогурт, снять с сливки, сметану, и тогда можно сделать ги. Харинам также, все в нем есть. Следующий стих, как совершать баджан. Задействовать свой язык, свой ум харинами. Самое главное, повторяй харинам. Продолжай повторять. Продолжай киртан с маром. Постепенно ты ощутишь вкус. Просто жить во враже недостаточно. Если у тебя нет садусанги, если ты один сидишь, не будет расы, не будет прем. Ты будешь здесь жить, но для према это мало. Для према нужна садусанга. Все шастры говорят про садусанга. Садусанга очень редко. Самая редкая. Кришна не такой редкий. А вот садусанга редкая. Гуру говорит, Бхагаван говорит, идите к садусанге. Все нам говорят, иди совершай садусангу. Общайтесь с теми, у кого есть анурага Кришна, кто погружен в баджан, следуйте за ними и так живите во враже. Это суть всех наставлений. Рупа Госвами Пад говорит. Следующее прославление Враджа Дхамы.
Мадхури Мари Матура. Матхура. Матура Сираштогано. Великое место. Рождение Кришны. Но Вриндаван превосходит, потому что там Расалила прошла. Говардан еще возвышен. Кришна держал его. А Радакунда – это самое возвышенное место, потому что здесь жидкая према. Он держал Говардан. Поэтому Говардан – великое место. Радакунда превосходит, потому что это она затоплена премой. Почему? Парикрама вокруг Говардана, Радакунды, сколько людей. Кто так все привлекает? Люди сейчас знают о славе Говардана, Радакунды. Сколько людей приходит? Какой мудрый человек, зная о славе Радакунды, посмеет оставить это место, не служить ему. Какое служение Радакунды? Кто-то убирается там, вытаскивает цветы, убирает мусор. Парикрама тоже сева. Харинама киртан на Радакунде тоже сева. Кто-то подметает. Тоже сева. Любая сева. Это самое лучшее место подножия Говардана. Радакунда. Кто может отказаться от этого места? Чтобы там не